В Доме детского творчества города Каспийска состоялось дебютное представление спектакля «Уловки лисы», подготовленное воспитанниками творческого объединения «Солнышко». Ребята презентовали спектакль во всей своей красе, в ярких костюмах и с музыкальным сопровождением. По сюжету спектакля главным героем является петушок, которого так и мечтает заполучить лиса. Но добрый кот Мага не позволяет ей этого сделать. Спектакль однозначно понравился всем присутствующим. Особенно зацепила игра юных талантов. Вот это произведение искусства, которое они показали, это первые шаги раскованности, умение говорить, не бояться зрителей. Это огромный педагогический процесс произошел с вашими детками. И заслуга в этом, конечно, ваших детей, вас самих и, конечно, нашего руководителя. Амина Меджидовна работает уже много лет в Доме детского творчества. Помимо этого, воспитанники детского дома творчества также презентовали номера пародий известных публичных личностей, одной из которых была мировая звезда Леди Гага.